приїхав в новий дом. Едік думав об одном, на умі одна задача — превратить бэк-ярд свой в дачу. Для начала под забором посадил он помидоры, кабачки посередине и в стороночке цукини. Что случилось с Эдуардо? Был советский человек, так улегся он бэк-ярдом, что стал эдик наш реднек, реднек. Что случилось с Эдуардом? Был нормальный человек, так увлекся он бэк-ярдом, что стал эдик наш реднек, реднек. Разрастается малина, беспокоится Ирина, скоро место во дворе не останется вообще. А мой брат идет вперед, расширяет огород, а жена кричит: ой, вей, под угрозой наш драйвей. Что случилось с Эдуардо? Был советский человек, так улегся он бэк-ярдом, что стал эдик наш реднек, реднек. Что случилось с Эдуардом? Был нормальный человек, так увлекся он бэк-ярдом, что стал эдик наш реднек, реднек, реднек. Через год на именины обещает апельсины. По секрету между нами мы пришлем их из Майами.